Снеговики, Серый Волк, Баба-Яга, кот и, конечно же, Дед Мороз со Снегурочкой. Новогоднее представление «Волшебное зеркало. Новые приключения Маши и Вовы» прошло в администрации муниципалитета и порадовало ребят из семей мобилизованных. И мы, конечно, хотели быть причастными, поскольку вся наша труппа, мы считаем себя гражданами Российской Федерации, мы гордимся тем, что мы граждане. И вот мы проехали по многим пунктам временного размещения детей из Донбасса, да, и сегодня мы с удовольствием работаем для наших детей, которые, ну, в большей степени заслужили счастья, радости, улыбок, и их мамы, папы, бабушки и дедушки, все на свете. Праздничную постановку подготовила труппа молодежного музыкально-драматического театра «Крылья», а саму пьесу для спектакля написал художественный руководитель театрального центра Михаил Ильин. Представление пришлось по душе всем юным зрителям. Мне понравился «Волк», и понравилось, как в конце все стали мирными и дружили. Ребята и их родители смогли погрузиться в волшебный мир сказки, а после новогоднего представления все желающие сфотографировались с Дедом Морозом и Снегурочкой. Екатерина Крамер, Олег Кривоножкин, телекомпания «Одинцова».